Всем привет, друзья, зрители, а также подписчики канала. Сегодня хочу снять уникальное в своем роде видео о таком интересном, редком внедорожнике, как Ssangyong Musso. Для тех, кто не знает, Ssangyong — это два дракона, Musso — это носорог. Соответственно, отсюда и такой у него внешний вид. То есть морда похожа чем-то на носорога. Что-то смахивает, если пофантазировать. Значит, то, что вид стрёмный, были тут, писали мне в комментариях некоторые товарищи. Ну, во-первых, посмотрите в зеркало сначала, прежде чем обсуждать внешний вид автомобиля. Ну, а во-вторых, его основные качества — это не какая-то там узкоглазая мордочка, а именно его техническая начинка. Значит, сразу миллионеров, олигархов и мечтателей, лежащих на диване, которые мечтают о 80-ке Геленвагене, затасканном 90-х годов за миллион, сразу прошу это видео промотать, оно не для вас. Это видео для адекватных, нормальных людей, которые не сходят с ума, там не пытаются разорвать свою машину в лесу, в грязи там. И также те, которые адекватно относятся к жизни, понимают, что в этой жизни надо, а соответственно все это приходит только с годами. Так что приступаем. Значит, друзья мои, автомобиль выпускался с 98 года по 2005, именно вот эта модель. Значит, на российский рынок таких автомобилей попало, в основном они попадали с 2000 по 2003 год. Это все мои наблюдения, то есть я наблюдал. И точнее, в ремонте были автомобили, которые я смотрел по годам и, соответственно, не видел 98 года. Редкость большая. Ну и также смотрел на сайтах, которые продают, торгуют автомобилями, то есть общероссийские. Основные года — это 2000, а так 2001, 2002, 2003. Вот эти, именно эта модель, это второе поколение. Первое поколение закончили выпускать, соответственно, в 98. Но они — это отдельная история. Предыдущая модель у меня была несколько лет. Это просто уникальный автомобиль. Соответственно, этот же автомобиль, в принципе, тот же самый, что и первое поколение, только в новой обертке. Соответственно, изменили морду немного, немного задние фонари, а начинка осталась все та же. Значит, друзья, данный автомобиль у меня дизельный, он у меня на автомате. И начнем по порядку. Сначала пробежимся по салону. Расскажу про салон. Что мы имеем? Это внедорожник средний и, соответственно, что он имеет из начинки. Значит, первое, что имеют не все внедорожники, а я напомню, автомобиль 2002 год, не все внедорожники имели, это все четыре стеклоподъемника. Это раз. Регулировка сидения по высоте вверх-вниз, спинка, тут все откидывается, трансформер, салон, что очень-очень приятно. Также у данной модели, что вот у этой, что у предыдущей, в 93-х-4-х годах, у меня был автомобиль 94-го года, также стояли уже электрозеркала, все также подъемники, также стоял кондиционер, то есть, ну, изменилась торпеда немного. Раньше здесь была ручка в предыдущей модели, здесь ее убрали, сделали торпеду более таким пологим. Значит, что имеем? Автомобиль действительно, вот конструктора создавали, которые его действительно обратили очень много внимания на простоту данной модели. То есть в то время, когда японцы уже начинали внедрять электронные системы, данная модель еще шла, скорее всего, для военных нужд. То есть его сравнение, он похож, то есть по простоте, надежности, это как у немцев гелик там, хотелось бы сказать, как у нас УАЗик для армии, но вспоминая УАЗик, не хочется как бы говорить этого.
Но тем не менее машина простейшая, никаких, то есть нет каких-то уникальных датчиков, прибора, все просто. Лампочка давления масла, лампочка свечей накала, также температура, топливный бак очень большого объема. Дальше, ну это у нас пониженная, повышенная, значит, повышенная, пониженная. Нажимаем кнопочку, переключаем. Про передний привод расскажу отдельно. Значит, ну, соответственно, у меня автомат. Я взял на автомате, искал на механике, но не нашел. И ну, взял эту машину, причем ни чуточки не жалею. Ни чуточки не жалею. Удовольствие получаю неимоверное. Умников, которые сейчас будут говорить, что он никуда не едет. А про двигатель у нас сейчас будет продолжение про дизель. Он свои 120 выжимает. Больше я на нем не гоняю. А средняя скорость, конечно же, 90. Как говорится, опыт у меня большой езды по трассам. И, соответственно, жив-здоров. Потому что всегда ездил аккуратно. И все машины у меня были целые. И ни одного ДТП за 26 лет. Из них дальнобоя 12. Ну, мы отвлеклись. Дальше, что у нас? Печка 4 положения. Печка очень мощнявая. Очень мощнявая. Также у нас забор воздуха с улицы. Все эти обдувки, кондиционер. Кондиционер также стоял даже на 2000. Ой, на 2000. На 94 году у меня автомобили. Ну и тут часы, магнитола, прикуриватель. То есть пепельница, все просто. Также здесь у нас подстаканники. И пошло ящики такие, такие. То есть очень хороший бардачок большого объема, то есть барахла набить тут полтонны можно, как это у всех в принципе и происходит. Что еще? Ну, козырьки тут все, освещение, то есть все хорошо. По освещению придумано вот здесь, в самой дали. Очень удобное зеркало стоит, оно уже стоит с подключением, отключением, то есть если слепит, машина едет сзади у тебя, нажимаешь кнопочку авто, и она приглушает отблески, значит. То есть здесь все просто. Автомат, коробка автомат стоит швейцарская, БТР 74, она же имеет зимний режим, она же имеет спорт режим, и также я могу уйти в ручное управление, то есть допустим, где-то еду по лесу или по грязи, чтобы он там не тыркался, не мыркался. Включил, допустим, первую, вторую и пошел. То есть едет все хорошо. У данного автомобиля постоянный полный привод. Постоянный полный привод. У него нету никаких умных там контролирующих систем. Нету ни курсовой устойчивости. На некоторых АБС стоял, у меня здесь не стоит. Значит, что не мешает мне ездить, как бы и без него неплохо. В данном случае подключение, в данном случае вообще автомобиль постоянно едет на заднем приводе. То есть постоянный задний привод. При желании мы включаем полный привод, нажимаем кнопочку, и у нас загорается полный привод. Все, загорелся. Также можем отключить, также нажимаем вниз. И, соответственно, у нас после недолгого мыргания переключается на пониженную. Раздаточная коробка, она совместима вместе, находится, прикручена к основной коробке. Неважно, какая это, будь механическая или автомат. То есть они все едино, нет никаких там карданов, переходников. Все вместе, коробка, раздатка вместе идут. Значит, масло заливается АТФ-очное. Что в коробку, что в раздатку. Льем АТФ. Так, что еще? Значит, бак у нас 70. Ну, если хорошо постараться, можно почти 80 загнать литров. По расходу. Скоро приедет ко мне подписчик. Возможно, даже на днях. У него Ssangyong Musso Sport. То есть он купил, посмотрев на меня. Он купил его уже год назад. Ездит не нарадуется, находится в моем же городе, соответственно, я там его обслуживал, советовал, как бы занимаемся вместе, ездим охоты, рыбалки. И, соответственно, он приедет, и мы наглядно покажем, какие расходы. У него Ssangyong Musso Sport 2006 года, 2,9
турбодизель, механический тоже мерсовский мотор. Значит, у меня у него 120 лошадей, у меня 2.3 турбодизель, тоже мерсовский мотор и 101 лошадка. ПТС, 101 лошадка. Значит, мы проведем обзор сравнительный. У него есть некоторые нюансы по автомобилю. Допустим, у него 2006 автомобиль года. Он уже с блокировкой заднего моста. То есть я вот тоже присматриваю. Как бы блокировка заднего моста очень хорошая вещь. Ну и сравнительный тест мы сделаем по снегу. Посмотрим, скоро мы едем на нерест рыбы. Так что, кому эта тема интересна, тоже не забудьте подписаться. Мы будем преодолевать, так скажем, как говорится, целяк. Да, друзья, здесь еще что не сказал. Лифт руля есть. Лифт руля выше-ниже. То есть, в принципе, все мне в этом автомобиле устраивает. Удобные сиденья. Все как бы, ну, все делалось для людей. То есть, даже есть громкая связь. Даже есть громкая связь, древняя, но она есть. Машине при этом уже скоро 20 лет. Друзья, дальше пройдемся по салону. Ребята, в данный момент у меня сиденья сняты, задние. Есть ролики, полистайте по каналу, там увидите, что я вожу в этой машине. Сразу скажу, очень удобные задние сиденья. Сейчас лежат у меня в коридоре. Завтра повезу большущий холодильник, так что оно у меня, в принципе, сейчас постоянно снято. Значит, есть, что я возил на нем? Я на нем возил, когда даже стояли сиденья, я возил 500 литров солярки в багажнике. Багажник объемом 1000 с лишним литров. Значит, удобные задние сиденья. Тоже трансформер раскладывается и назад, и складывается и вперед. То есть все как бы хорошо. Единственное, опять же, сейчас поеду на рыбалку. Соответственно, здесь положу подушки от старых диванов. Есть такие советские поролоновые, 3 штучки. Все, еду в лес, приезжаю. Ночую в машине. Вечером завел, утром заглушил. Чем нравится данный дизель, опять же я говорю про дизель, что ты завел, полный бак, стрелка стоит, утром заглушил, все равно полный бак. Так, пробежимся по багажнику. Здесь также все просто, все стеклоподъемнички, все работает, стекла по-людски как бы открываются, все нормально. Также стоит электрическая антенна, хорошо, хорошая радиосвязь. Бак, друзья, удобно сделан, крышка бака, например, тоже нет никаких замков и вообще никаких там не надо заморочек. Есть вот такая кнопочка у сиденья. Нажал, люк открылся. Все просто. Не надо там ключи, замки. Что-то заело, что-то замерзло. Все по-человечески. Дальше переходим к задней. Задняя крышка багажника. Опять же, очень удобная. Большие фонари светят хорошо. Слепой только его не увидит. Соответственно, также подогрев заднего стекла. Очень удобное вот это зеркальце. То есть не надо там камер заднего вида. Все, посмотрел. Ты четко видишь, как у тебя обстановка. То есть стекло омывается, чистится, подогревается, подсвечивается. То есть вот все, самая простая механика. Никаких нет проблем, никакой электроники. Сзади, значит, удобные отсеки. Тут и домкрат, и фильтра я вожу, фильтр запасной. Топливный. Также очень удобно подлазить к лампочкам. Ты открыл, у тебя все по-людски, не надо ни в какую там выдумывать жопу мира там как-то залазить, как у других. Также есть ручка изнутри, закрывашка изнутри, ручка закрыть, когда залез в багажник. Данные модели, они в принципе все шли семиместные, большинство. Значит, здесь у меня здесь вообще лежат сиденья сложенные, они откидываются по бокам, но здесь у меня репера, то есть цепи от бензопил, газ, то есть все, что может пригодиться в лесу, и чтобы не валялось по салону, там плащи, кое-какой инструмент, значит, трансформатор 220 вольт, ну, по мелочам, пакеты под мясо, то есть под рыбу, все как бы оно убрано, у меня здесь такая фанерка, и как бы не видно, и все хорошо, все отлично, то есть салон очень большой, длина тут 220, я ложусь хоть боком, хоть так, хоть сяк, хоть вдвоем, то есть проблем нету, лежишь, в тепле, сухонько, все, кайфуешь, не надо тебе в палатке там мучиться, страдать. Значит, это у нас по кузову, да, в принципе, по кузову рассказал все, да, ну, по салону, кузову. По металлу, вот многие говорят, корейцы гниют, то есть корейцы говно,
Ребята, китайцы говно. Показываю слабые места к машине, которой 20 лет. Вот посмотрите, вот сбитые углы. Вот у меня она уже 2 года, да? Вот есть ржавчина. Вот я ее сейчас потру, кстати, снимал все пластик, под пластиком все как новенькое. Единственное, вот это я протру, видим, сейчас покажу еще сколы. Вот смотрите, вот сколы. Эти сколы приехали со мной, я купил эту машину такую, вот она. Она приехала, это вот как на старых советский трилевочник. Вот он стоит в лесу ржавый, и ничего ему не происходит. Вот смотрите. Так что, не знаю, у кого там что там отгнивает, там какие-то дыры, в пороге там отгнившие, я не знаю. Здесь все родное, ничего не вареное. Кстати, на канале есть ролики по кузову. Вот, сколов хватает везде, вот они. И нету никаких там волдырей, козырей там. Даже вот он был, изначально ткнулся под газель там. Предыдущий хозяин рассказывал, там газель задом сдавала. Накатила ему, есть вот такие мятины. Вот, оно не гниет, покрашено обычной какой-то краской. И все этой машине по барабану. Так что страдальцев там, что корейцы гниют. Может и гниют какие-то, сейчас уже которые современные. Но вот, опять же, смотрите, он не идет в цвет. Вот оно скололось, сбилось. Вот, и так и стоит. 2 года у меня только, сколько у предыдущего хозяина. Не знаю. Это, друзья, по кузову. Двери, ручки, то есть все работает. Это, конечно, еще не самая крайняя комплектация, которая есть еще она с эти с дуги на крыше, там под багажник. Значит, множество на него существует хрома. Значит, можно весь захромировать, там весь будет. Ну, а мы по кузову пробежались. Фары. Фары светят отлично. Можно море дополнительных, то есть как бы проблем с этим нету. Идем дальше. Дальше, ребята, подвеска. Подходим к самому интересному. Значит, в данном автомобиле, он изначально от первой модели до вот этой, он подвеска двухрычажная, то есть у него 2 рычага, 2 шаровые опоры и 4 сайлентблока. Стоит амортизатор и стоит торсион. Значит, проблем вообще нет никаких. По запчастям проблем нет никаких. Ни по колодкам, ни по сайлентблокам. Все стоит копейки. Там один написал, запчастей не найти. Я думаю, где-то в Якутии живешь. Да, конечно, может и не найти у вас там. Значит так, подключение переднего привода. Всегда, в большинстве случаев, устоят хабы. То есть я уже купил с хабами. Потому что вакуумная система, она на внедорожниках еще не настолько хорошо продумана, чтобы ее эксплуатировать в лесу, в грязи, и она периодически выходит из строя, по причине чего отключается, может одна половина, одна ступица отключится, и как бы автомобиль дальше будет плохо ехать. Соответственно, ставятся, покупаются механические хабы, то есть для того, чтобы включить передний мост. Мне, когда я подъехал к плохому участку дороги, я, соответственно, вышел, повернул, вот здесь у меня сейчас стоит на полном приводе, стрелочку повернул, стало просто стало просто задний привод, и соответственно все надо включил кнопочку в салоне, поехал. Тут один написал, а что надо каждый раз выпрыгивать и включать руками, щелкать эти хабы? Ну, я не знаю, надо иногда жопу вытащить свою из салона толстую, если она толстая, и соответственно выйти, повернуть, сесть и поехать преодолевать какие-либо препятствия. Значит, передний мост наипростейший, идут 2 привода лево-право, то есть все по феншую, никаких как бы проблем нету. Значит, при желании в данные мосты устанавливаются блокировки. Блокировка одного моста стоит порядка 15 000 комплект, то есть при пробуксовке у вас сразу же одновременно будет подхватывать. То есть только начало одно колесо проворачивать, у вас сразу же подключается второе. Ну, как я считаю, от практики, вот мы сейчас будем снимать ролик именно про Муссо, спорт с самоблокирующим мостом, там все видно. Даже у меня есть на канале ролики про ту машину, посмотрите, полистайте, все там есть. Значит, на передний мост, соответственно, идет кардан от раздатки, и также идет кардан на задний мост. Карданы достаточно мощные, то есть тут как бы таких слабых мест
ни в подвеске, ни в ходовой нету. Так, ребята, задний мост. Задний мост у нас классический. В данном случае у меня, ребята, забыл сказать, спереди стоят барабаны, дисковые тормоза. Сзади стоят барабаны. На некоторых моделях, допустим, 2003 года стоят диски спереди и сзади. И 2001 год может. То есть тут от года не зависит то, что как бы, не знаю, как они там ставят. Ну, вот так. В принципе, тормоза мне не беспокоят. Ни барабаны, ни дисковые. Вот на втором Сан-Йонге Мусо у кореша вот у этого. У него дисковые, то есть проблем никаких нету. И, к примеру, дисковые тормоза, диск новый, стоит на него 900 рублей. Я купил тут как-то, ну, лежат у меня до сих пор новый комплект. И как бы пока не менял, но в дальнейшем, может быть, и поменяю. В данный момент тормоза колом, так что пока сюда не лезу. Также тяга стабилизатора, что сзади, что спереди. И, соответственно, классический задний мост, да, на 44 ставилось на множество американских автомобилей. Наипростейшая задняя подвеска, все для людей. Две пружины, два амортизатора и 5 тяг. Все. Кстати, на канале есть ролики, вот если видите, если видно, обрабатывал раму пушсалом. Буду скоро снимать, что случилось почти за год, как она зиму перенесла. Значит, вот так, все сухо, 20 лет машине. Все на месте, ничего не... Как бы эти автомобили сейчас очень сложно найти. Очень сложно найти данную модель. Но их очень мало осталось. Очень мало. Раньше они пользовались спросом. Все благодаря своей надежности. Мы говорим сейчас только о надежном внедорожнике. Не о красивом, не о современном. Не об автомобиле за полмиллиона. А мы говорим о надежном, недорогом автомобиле. Да, ребята, сразу не сказал. Сейчас открою капот. Сразу не сказал, данную модель я взял за 270 тысяч, он мне обошелся с перегонкой. Это было 2 года назад. Итак, идем дальше. Я долгие годы занимался дизельными двигателями. А точнее, когда завязал с дальнобоем, я открыл автосервис, стал заниматься дизелями. И более 10 лет я их перебирал. Соответственно, самые любимые машины мои были это Мерседесы. В какой-то момент в 2008 году, да, в 2008 или 2007, мне позвонил человек с района, там объяснял, что у него Сан-Йонг, Мусо, там мерсовский мотор. Я все не мог понять, какой там мерсовский мотор на Сан-Йонге, как бы. Ну и так получилось, что поехал в район на рыбалку, как раз через Суоярви там так вышло. Заехал, посмотрел, действительно увидел, что у него стоит мерсовский мотор. В итоге кончилось тем, что я взял тот автомобиль, у него была... пробита прокладка под головкой. Они там в деревне что-то по пьяные там катались, что-то подрубок, не знаю, как у них там, или закипели, или зажали. В итоге они сварили мотор, пробила прокладку под головкой. Они ее поменяли по-деревенски, сняли, поставили. Соответственно, только из нового только была прокладка под головку. Понятия в то время, что такое фрезеровка, полировка, шлифовка головки не было, блока. Соответственно, буквально недолго поездив, ее снова пробило. Потом также они не меняли болт, ну тут все в кучу, и на третий раз уже пробила, она головка лопнула, и вот он там решил продавать этот автомобиль, и в итоге я его купил неисправный. Он хотел сделать двигатель, а кончилось, я его взял неисправный, приехал, купил бушную головку, перебрал мотор, кольца, мольца, и ездил долго и счастливо. Значит, в данном случае у нас стоит классический ОМ-661, в простонародье 601 мотор. Самый наипростейший, как некоторые пишут и говорят, это надежнее только паровой двигатель. И это действительно так, друзья, занимаясь автомобилями, почему я выбрал именно эту модель. Вот эта модель машине 20 лет, 2002 год, она стоит 250 тысяч. Ну пусть даже 300 со всеми, там 20 тысяч я с Москвы его пригнал. Если вы найдете машину 2002 года, да, начинают там комментаторы, да вот гелик, да мури. Когда начинают вот это говорить, я понимаю, что люди вообще не понимающие в автомобилях ничего. Они вот лежат на диване, там смотрят видео Авито, там мечтают там купить этот Геленваген 93 года
за миллион рублей, да, понимаете, 93-й, 96-й, вы никогда не купите. 2002-го Геленваген будет стоить, наверное, муля полтора больше. Для чего мне этот гелик, вот, не понимаю. Та же Волохматка 80-ка, вот, лучше 80. Они уже все сгнили в 98-м году, все епошки. Но с их расходом, да не дай бог, не надо мне такой паровоз возить. Вот, дрова на нем. Так я шишигу куплю, и проходимость идеальная в лесу, они у меня были. Я на шишигах ездил, горя не знал, с лебедками новые, старые, колуны зилы были. Так что, друзья, не надо вот этих геликов запихивать. Тойота, это вообще абсолютно, там другие машины, они хороши там по-своему. Но я рассказываю сейчас о этом автомобиле, и, соответственно, элементарное, я перебрал много и япошек, и немцев. Лучше немца я не видел мотора. Вот, ну не видел я. Вот он простой механический, это последний механический мотор. Они вот шли 2,9 и 2,3, все. Потом пошли ЦДИшки 2,2, это уже совсем другая грустная песня, как бы. Новые современные автомобили, уже это, во-первых, не дизель, это инжекторный дизельный двигатель. Значит, дизельный мотор. И это совсем другая песня. Он хорош, новый. Все остальное, когда вы берете Мерседеса, там, очкарика, там, второго, третьего года, все, считайте, вы будете, я буду у вас под капотом. Я множество машин этих годов ремонтировал. Я смотрел на людей, они возьмут этот Мерседес очкастый, элегант, ЦДИшку. Он все, он не может ездить, у него проблем море. То, что по кузову уже там проблем, по подвеске там электрики есть проблемы. Он приезжает, у него с топливной проблемой, он не заводится, форсунки в обратку сброс. То есть там своя песня грустная, там просто смотришь, плачешь. Люди вбивают деньги, вколотят туда 50-100 тысяч, продаст следующему еще дешевле. Тот, короче, вот так. ЦДИ хорош только новый или после капиталки с новой топливной аппаратурой. Все. Там говорить, что я сел уже 20 лет отъезжено, я сел и тоже езжу горя 5 лет, не знаю. Это все ерунда, друзья. Или у вас перед вами был перебран мотор, и за меня новая топливная. Не ходят они там, как ходят вот эти моторы. Разницу, я просто буду говорить разницу между японцем, в данном случае, всеми любимым. Я ничего не говорю плохого про японцев, они хорошие. Toyota Hiace, золотые машины в свое время было. Наверное, я считаю, Hiace это самый лучший автомобиль из вот японских автомобилей, как бы, или, по крайней мере, их слишком было очень много на ремонтах, то есть, ну, не то, что ремонт, там, замена ГРМ, и двигателя действительно те механические были очень, как бы, хороши, но у них, опять же, были изначально со своими проблемами. Что мне не нравилось в японцах, я сейчас просто пробегусь, чтобы вы, как бы, поняли, в чем суть, те, кто сейчас смотрит этот ролик, чтобы он немножко понял. То есть это все для людей, тех, которые еще хотят что-то найти из автомобилей, на которых действительно можно сесть и ехать, да, зная, что у тебя не отвалится, что он в лесу не заглохнет, там еще что-то не случится. Вот это те машины, последние, это последние из Магикян. Так что, друзья, смотрим, пробегусь быстро, просто расскажу, как бы, все от своих личных знаний. Первое, даже самое простое. Ремонт форсунок, да, если в данном случае у нас каждая форсунка стоит отдельно, обратка у нас здесь резиновый шланг, да, для тех, кто в курсе, кто понимает, о чем я говорю. Допустим, мне надо снять вот эту форсунку, я откручу трубочку и выкручу форсуночку, да, по какой-либо причине. Хотя это происходит очень редко, потому что даже эти форсунки, они убитые, будут ездить еще 500 лет и подливать, и ты и знать не знаешь, что они льют там, и еще какая-то проблема есть. Ну, пока не застучит или уже не задымит конкретно. Значит, вот у немцев все отдельно снимается. То есть все сделано, они еще делали как-то вот что-то по-военному, так, чтобы попроще было. У японцев же опять, смотрите, сплошная обратка. Ну, это просто пумпец, да? То есть, чтобы снять одну форсунку, надо снять трубки. И вот эта сплошная металлическая обратка, то есть здесь кольцо трубками, то есть надо снять все, все, чтобы подобраться, также снять все трубки, и только после этого мы сможем снять одну форсунку. То есть, чтобы снять одну форсунку, надо разобрать тут пол верхушки. Что всегда бесит, просто бесит при разборке. Причем, потом все собирая обратно, надо 4 новых кольца. Кольца под обратку, там шли алюминиевые, были медные. То есть, вот это есть такое бесилово. Дальше, точно так же со свечами. Если здесь каждой свечке подходит, плохо видно, подходит отдельный проводок, да, вот там видно, еле-еле, вот там болтик, гайка.
То есть мне надо свечку поменять. Я тут быстро вот что-то открутил, чтобы не мешалось. Просунул длинный ключ, все, выкрутил эту гаечку. Снял, накинул головочку, выкрутил свечку. Тоже горит резко, но у японцев сплошная обратка. Чтобы снять одну форсунку, надо опять же снять всю сплошную обратку. Что тоже очень бесит. Дальше идем по слабым местам. Самое слабое у японца место, даже не то, что оно слабое, а бесячее. На БУ, я все говорю про БУ автомобили. Это топливный насос. Вот если здесь у нас стоит рядный ТНВД, да, это рядный мерсовский мотор, все хорошо, то на японцах стоит распределительный ТНВД, который со временем изнашивается. То есть здесь на каждый цилиндр плунжер толкает топливо отдельно, а там крутится в плунжерной паре крутится шток, и он распределяет, то есть он один качает на все цилиндры, соответственно, в 4 раза больше износ. И при выходе из строя машина не может завестись, да? Если, допустим, даже мы здесь посадим насос, у нас не будут две секции продавливать на холостых. А ведь что важно для пуска? Для пуска нам важно создать начальное давление, то есть то давление, которое мы создаем, вращая стартером. Значит, и даже здесь, если два плунжера уже приедут, подъедут, то останется еще два. Хоть один-два толкнут топливо, создадут там 115-130 бар давления для того, чтобы распылить топливо в цилиндре. Соответственно, мотор заведется, ну а дальше уже эти подхватят, им силенок на оборотах будет хватать. Значит, это вот ТНВД меня бесит просто на япошках. Хотя его можно перебрать, отдать пятнашку за плунжер, там за работу десятка, снять, поставить. Вот это бесилово как бы. Беря данную модель с данным мотором, если он у вас заводится, он заводится. Бывают проблемы с ним, но это редчайшие, там, не знаю, на воде надо ездить. И также он пожирает все подряд. То есть я брал тут недавно автомобиль, ну как недавно, 5 лет назад тоже было в Клину. Ой, в Курске брал Мерса, да. Так дедушка всю жизнь проездил на трансформаторном масле. Он говорит, он видел солярку один раз только, когда его гнал. Там в Курске там большие эти электростанции какие-то, там это у него знакомый работает. И вот он ездил на одном трансформаторном масле. Никаких проблем нет. На нем можно вообще нарастить, на чем хочешь ездить. Ладно, идем дальше. Самое пред такое бесячее еще, это ремень ГРМ. В данной модели, ребята, здесь стоит цепь. Стоит двухрядная мощная цепь, которая, я не знаю, она никогда не подведет. Она обрывается, может, одна на тысячу оборвется. Значит, что происходит, как она изнашивается? Она вытягивается. Но это растяжение может происходить у вас там 5 лет, 10 лет. Там, то, и то после пробега 300 тысяч, если она была поменена. То есть в данном случае, если вы хотите ее вот поменять, например, сбиваться начало зажигание, да, видно там градусик туда-сюда гуляет, цепь подвытянута, хорошо. Купили цепь, стоит там 5000, поменял, забыл, причем не разбирая двигатель, я меняю. У меня на канале есть видео, где я на этом моторе, на таком же, меняю цепь, вот только снятая клапанная крышка у меня. Я ее на месте завожу, развожу, то есть там все показано, найдите, есть такой ролик, 30 минут идет, но подробно рассказываю, как я все произвожу эту ситуацию. С ГРМом же немного история другая. То есть машины старые, шестерни ГРМ старые. Люди понятия нету, что надо и шестерни новые ставить. Обычно как? Ай, ремень махнул, ремешок и все. Купил ремень, купил ролик, там поменяли. Шестерни уже подмученные, уже там 10 замен, допустим, было. Ну не 10, там 5. Ну уже, то есть меняя на бушном автомобиле ГРМ, часто наблюдаешь картину сильно изношенной цепи. Тьфу, цепи этого ремня. Значит... И, соответственно, шестерни, ремень полируется временем, зубья становятся, меняется угол, начинает быстрее съедать ремни. В итоге, вроде 60 тысяч не дошел, хлоп, оборвало, клапана загнуло. Короче, такое, вот не хочется ничего говорить, даже ГРМ, это вот хорошо, новая машина, она у тебя в руках, в одних руках. Ты все по времени меняешь, и как бы тогда все хорошо. Но когда там уже 10 людей поковырялось, 10 раз пообрывало ремень, потому что кто-то купил машину, не знал, что его надо менять. Там еще какая-то ерунда, еще. То есть ситуаций множество с автомобилями. Но не буду далеко уходить. То есть цепь есть цепь. Ни вода, ничего. У меня был случай, я уже рассказывал, два случая было. Один был на девятке, в лужу пролетел зимой. Там что-то трассу прорвало, трубопровод. Пролетел, значит, по этой луже. Буквально перед домом подъехал, поставил, все. Утром вышел, ключ раз повернул, все. Притащил ко мне в сервис, разбираю. А, у него попало, он по воде пролетел.
под кожух залетела капля воды там немножко, и он остановился по ремню, там, ну, на брызг-брызг было, но сам факт, капля стекла к коленвалу туда и прилепила ремень к нижней шестерне коленвала. Утром заводить, как так получило, просто сорвало зубья и все. Вот тебе вода в ГРМ. Также было на Митсубисике, тоже по лужам в октябре или ноябре. Я проломил на Сан-Йонге, ехал, у меня был в старом кузове, проехал, разломал лед. Тот за мной тоже нанырялся, выехали, все, пошли охотиться. Прижало днем морозец, вечером пришли, он заводить, бум, та же самая песня, оборвала. То есть под кожух попадает вода, там надо, короче, это все ерунда. Вот есть цепь и все, тупо, надежно, без всяких проблем. Дальше, еще что бесит на японцах, сразу это, ребята, запоминайте, чтобы на будущее вы уже знали. Вот Мерседес, вот все как у людей, у него стоит обычный генератор, он как от Жигулей, никаких там геморроев нету. И отдельно стоит вакуумный насос неубиваемый, который там качает и качает. У японцев же какой мастер придумал врезать этот вакуумный насос в генератор. То есть, случись, вышел из строя вакуумный насос, волокешь все вместе на ремонт. Сгорел генератор, опять все вол. То есть, зачем это такая геморройщина какая-то, ненужная, как бы это, вот, честно, тоже бесит. Значит, что еще? Здесь древние, надежные вот эти гидроусилители. Ему вот 20 лет, он все крутится, крутится. Там спидометр уже, наверное, у меня был отмотан раз 10. Нету проблем, как бы, с утечками, с какие-то что-то где-то течет. Вот, как бы, вот все сделано по-людски. Все просто, как бы, нет никаких проблем. Тут один написал мне комментарий: у Сан-Йонгов слабая проводка, особенно на стартер. Бля, ну я пришел, вот смотрю, да? Смотри, дорогой мой друг, вот плюс вышел, и вот он стартер зашел. А этот проводок, это реле, ты включаешь втягивающий. Какая тут проводка, тут ничего в жизни нет. А если тут что-то, если ты крутил стартером, там не заводился без солярки, у тебя там сгорели провода, может там и слабо что-то у тебя. Тут вот, вот как все есть, я не знаю, там людей. То есть, если какие-то у человека проблемы возникают, если ты никогда не занимался с этими автомобилями, не можешь про них рассказать, не можешь сам все снять, разобрать, перебрать, лучше не надо писать, вот лучше... Электрика плохая. Да у него этой машины даже предохранителей нету. Вот у него коробка вся с предохранителями. Вот их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 предохранителей. Все, лампочки, фары, стартер, генератор. Никаких, как бы, не знаю, кого там находят проблемы. Если рукожопы где-то подключил магнитолу криво, и, соответственно, там все замкнуло в свое время, перегорело под торпедой, ну, тут это, как бы... Тормоза колом, машина тяжелая, в то же время встает она колом, сразу говорю, ребята, тормоза у нее сумасшедшие, вес большой, как бы, не знаю, как, что там, у кого, у меня все отлично. Турбина, многие скажут: о, да он у тебя с турбиной, да вот эта турбина, нет никаких проблем, вот она ездит и все, у меня нет турботаймера, у меня, да, рециркуляция заглушена уже была, предыдущего хозяина. То есть турбина, нет проблем. Вот погонит масло. Она погонит у меня масло. Я сразу же куплю картридж вовнутрь. Стоит 5000. Разберу турбину. Выкину старую крыльчатку, улитку. Ой, крыльчатку. Вал этот. Потрошки. Вставлю новую, соберу и обратно. И полетел дальше. Я уже забуду вообще до конца. То есть как бы вот так, ребята. Да, вот здесь АБС-а нет. Здесь обычно стоит АБС. Здесь АБС стоит. Все просто, все элементарно, расходники копеечные, свет, если ты слепой, там кто-то про свет говорит, да все тут нормально со светом, не знаю, езжу, если ты 170 носишься, ну поставь ксенон там, не знаю, если уж совсем беда. Так что, друзья, в данной машине все работает, ничего у нее не отключается, не глючит, родные от омывателя, да вот не знаю, здесь нет ни одной вещи, которая бы не работала. 20-летний автомобиль. Следующие модели, не буду сейчас про них говорить, кто уже с ними столкнулся, горе хапнул, тот понимает, как бы, особенно D20, DT дизель там. Сейчас начнут писать: да я отъездил столько, да, одни отъезживают, другие на 50 тысяч там уже клапана отлетают, в ремонте было много, рассказывать не буду. Купите, столкнетесь, как бы, ну, испытаете весь кайф. Как бы современные Сан-Йонги, я советую, современные, брать только бензиновые. Невелика будет в итоге разница, когда придет дело к ремонту, особенно если вы будете брать БУ. Да, друзья, рама, есть у меня ролик на канале, я вот ссылку оставлю, посмотрите там про раму. Уже сколько, 1 800 000 просмотров
видео набрал, и я рассказываю, как, какая рама, показываю. То есть посмотрите, какая здесь рама. Рама здесь мощная, стоят траверсы. Короче, тут такие рельсы. Если попал под него или что-то, то все, как бы тут уже ничего не поможет. Плюс тут усилители такие стоят, могучие. Рельсы спереди, ну и вот дополнительный бампер тоже там. То есть, если что-то сюда закатилось или кто-то что-то, все, до свидания, можно сказать. Так что вот такой он трактор. И я думаю, вся неказистость его, возможно, что-то кому-то не нравится, кто-то ищет элегантные стили. Нравится стиль, купи BMW, да, и заправку в придачу. Значит, вот такой автомобиль, на нем вы будете ездить долго, уверенно, спокойно. По пути еще притащите пару каких-нибудь иномарок, более-менее современных. Да, шли они, в принципе, или белый, или черный цвет. У меня черный, то есть все хорошо. Резина 15-я стоит. Надо вот еще поменять сейчас два колесика. 15-я резина, 235 на 75 на 15. То есть все хорошо, все нормально по цене. Как бы нет с этой машиной у меня проблем. Друзья, возможно, кому-то что-то еще интересно. У него очень хороший пониженный ряд. То есть включаешь и можешь выйти, он будет ехать сам как бы. Вот. Все есть для тюнинга. Если уж вы действительно там какой-то фанатик или еще что-то, хотите что-то добиться. Да, подвеска регулируется спереди торсионами. Сзади я, ну, я считаю, вот эта высота сзади уже как бы достаточно. Выше не вижу я смысла задирать. Вот. Вот рука тут не достать мне. То есть вот так как бы. Все тут нормалек. Так что, ребята, машина беспроблемная. Беспроблемная. Не морочит голову. Ключевое слово, она мне голову не мучает. Не мучает. Сели и поехали. Так что присмотритесь, еще можно найти такие автомобили. Так что, друзья, кому обзорчик понравился, пишите, лайкуйте. Если есть какие-то конкретные вопросы по данной модели, знаю о ней все. Расскажу, покажу, какие болячки. Хотя о них трудно говорить. Тут, чтобы найти болячку, надо что-то сделать. Значит, ну а на этом буду прощаться. Пишите, звоните, оставляйте комментарии. Отвечаю всем. Если что-то, самые интересные вопросы, могу снять по ним видео. Так что на этом, друзья, всем пока и до новых встреч, до новых роликов.